сорт томата свиная отбивная. Вот такой вот красивый сорт. Он является среднеспелым и высокорослым сортом. Рекомендован для выращивания в теплицах, но я выращивала в открытом грунте и результатами тоже довольна. Высоту растения достигает до 1,80 м. Необходима, конечно же, ему подвязка. Наилучшие результаты показывает при выращивании в 2 стебля. Плоды плоскоокруглые, цвет желтый с золотистыми полосками. Средняя масса помидоров достигает от 200 до 300 грамм. Сорт подходит для приготовления салатов свежих. И также получается очень вкусный сок, несмотря на то, что этот сорт томата желтоплодный. Также очень хорошо подходит для детского питания. При правильном уходе за этим сортом можно достичь урожая до 5 кг с куста. Плоды в разрезе многокамерные. Томат очень сочный и очень сладкий по вкусу. Всем рекомендую. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши обзоры.